Відразу попрошу наших глядачів, традиційно і наших постійних, і тих, хто приєдналися, поставити лайк цьому відео. Це як подяка нашим воїнам, те, що вони роблять. Що на кадрах, пане Романе? Цієї ночі наші оборонці атакували відразу три цілі. Це є Єйський аеродром, нафтобаза «Лукойл» в Волгограді та Ільський НПЗ. От, власне, по Ільському НПЗ, я так розумію, це той самий напрямок, що було і вчора. Це Афіпський НПЗ і вся ця логістика до Новоросійська. Это продолжение санкционной политики украинских спецслужб по ударам по углеводородке Российской Федерации. То есть идет уничтожение нефтеперерабатывающих заводов, повторные уже и по Афипскому, и по Ильскому, это уже повторные удары. Раз в три месяца, раз в квартал где-то так их надо добивать, так как россияне все-таки восстанавливают. То есть они в течение там, нескольких, от нескольких недель до нескольких месяцев восстанавливают те потери, которые наносят наши дальние средства поражения разного уровня. Потому раз в квартал, как минимум, это уже видно, системная работа наших спецслужб по уничтожению российского производства для военной техники топлива и дизеля, и авиационного керосина. Ну а удар по Ейскому аэродрому давно уже просился. Почему? Потому что с Ейского аэродрома, это довольно-таки в свое время там было Ейское летное училище, хорошо я знаю это направление, это южнее Мариуполя, то есть через Азовское море. И на этой базе сейчас находятся Су-34, Су-24, Су-25, вертушки. Они как раз ходят через этот пролив, залив, ходят на сторону Мариуполя и дальше работают по Восточному и Запорожскому, по Донецкому и Запорожскому фронтам. Потому давно просилось этот удар по этому аэродрому. Это, кстати, тот аэродром, где в прошлом году, по-моему, Су-34 на взлете упал, врезавшись в дом. То есть этот аэродром очень функционален, потому до него надо однозначно доставать беспилотниками. Ну, а, конечно, оптимальный вариант — доставать туда ракетами. То есть накрывать ракетами М-39А1, кассетниками, для того, чтобы максимально нанести поражение именно авиаційної техніки. Пане Романе, і вчора ми з вами відразу, як завершили зведення, стало відомо наступне, що окрім вчорашніх прильотів безпілотниками, також було ураження на південній частині Криму. Це мис Чауда, власне, звідки ворог регулярно запускає шахеди. Як мінімум, кримський вітер показує кадри, що були от хороший стовп диму, і туди мчала велика кількість карет швидкої допомоги. Южнее Крыма есть определенные маршруты, по которым идет контроль натовскими беспилотниками в южного побережья Крыма, да и вообще, наверное, до центрального Крыма, ну, по крайней мере, до высот они просматривают крымское побережье. Естественно, скорее всего, через систему ЛИНС-16 передается информация о пусковых установках самих шахедов, тогда, когда они выходят, допустим, на пуск, ну, естественно, туда идет либо ракета, либо беспилотники наши, которые уничтожают это расположение. То есть уже начали работать в общей системе передачи данных под уничтожение даже в том числе и пусковых шахедов. Они очень быстро разворачиваются, то есть практически онлайн идет управление, ну, естественно, дальше выполнение боевой задачи. Вот так же, конечно, надо работать и по пусковым установкам баллистических ракет, по тем же «Бастионам», но они, правда, севернее расположены. Пока у нас еще не работают переданные нам летающие радары Швеции, но как только они начнут работать, мы будем видеть с севера Крыма, мы будем видеть и эти пусковые установки, я думаю, продолжим работу именно по этим локациям. Это очень важно. Почему? Потому что уничтожение пусковых установок вместе с личным составом, то есть с тех составом, обслуживающим эти установки, очень важно для полного нивелирования работы российских дальних средств поражения.
Пане Романе, і Румунія, ми з вами згадували, що кілька днів тому вони успішно пропрацювали по крилатій ракеті навчання. І вчора стало відомо ввечері, що президент Румунії офіційно гарно розлого пояснив, не буду цитувати, але суть новини в тому, що Румунія дарує Україні цілий комплекс «Петріот». В них загалом там замовлено 7, є 4-2 працюючих, і один з них вони передають Україні. Через от власне атаки на критичну інфраструктуру вчора вони екстрено вирішили передати нам. Это то, что мы с вами проговаривали месяца полтора назад как раз. Для румын важно было определиться с перекрытием сектора за счет натовских центральных структур. Ну, это в основном авиационных механизмов. Сейчас там разворачиваются несколько авиационных баз в Румынии. Кстати, как раз по направлению на Черное море в сторону северо-востока, в сторону Одессы, в сторону Херсона, то есть они будут на это направление работать, потому для румын, по большому счету, оптимальный вариант передать нам Патриот, чтобы он стал в Одессе. Я не удивлюсь, что через определенное время как раз в районе Одессы появится хороший щит, который прикроет этот город от баллистических атак россиян с того же Крыма, потому что «Искандеры» в основном, которые идут на Одессу, баллистика, она идет из Крыма. Ее надо сначала, Одессу надо сначала прикрыть с воздуха, а дальше разбираться с пускачами на самом полуострове. Я уже рассказал как. То есть румыны приняли это решение, скорее всего, согласовав это с командованием системы НАТО. Естественно, вот такое замещение, оно выгодно практически всем участникам. Нам однозначно мы получаем дополнительный Патриот. Румынам они прикрываются на большей дальности от страны, перекрывают воздушное пространство. Это за такое вообще-то деньги платят для понимания процесса. Когда страна хочет, допустим, прикрыть свои рубежи и платит другой стране сопредельной для того, чтобы там военную базу расположить. Это та же самая, кстати, картина, вот как американцы, британцы, французы перехватили ракеты, те же иранские, шедшие на Израиль. То есть базы, которые стояли в Иордании, в Ираке, перехватили эти ракеты на Израиль, практически ничего не зашло. То есть для румын это то, я просто для понимания процесса об этом говорю, для румын это тоже выгодно. То есть они перекрывают, практически получают базу, причем самое интересное, не вкладывая практически ни копейки, но они перекрывают себе направление юго-восточное, прикрываются от российских ракет. Это в таком же самом режиме, в таком же самом, можно было, то есть я так думаю, наверное, это будет сделано сейчас, с поляками также проговаривать. То есть они могут как минимум один свой Патриот передать нам, допустим, во Львов, ну, навскидку, допустим, во Львов, для того, чтобы перекрыть восточные рубежи Польши на больших дальностях. И это выгодно будет и натовской структуре, и полякам. Ну, естественно, нам мы прикроем еще один город. Потому, конечно, очень хорошая динамика, то есть развитие ситуации положительное для нас. Ну, власне, Патріот від румунів, дозвіл від Білого Дому. Білий Дім підтвердив пріоритетність ракет до Патріот і НАСАМС. Тобто вони постачатимуть ці ракети в першу чергу Україні. Вони так вирішили, а вже далі іншим країнам. Мені здається, це от правильне рішення, нарешті, на яке треба ставити власне всі свої зусилля нашим партнерам. Крім того, пане Романе, Білий Дім сказав наступне, що Збройні Сили України, оборонці нашої країни мають тепер дозвіл бити по всій території Російської Федерації, звідки йдуть наступальні дії. Я правильно розумію, що це фактично вся лінія бойового зіткнення, тепер ми повністю можемо, принаймні, прикордонні території Російської Федерації бити і влучати? Ну, ми просто далі не зможемо. Почому? Тому що поки у нас є розрішення там на 80 кілометрів ракетами М-31 з Хаймерса бити. Все. Тобто ми, навіть якщо і захотімо до Москви добратися, не вийде. Це треба буде на Хаймерсі доехать как минимум до внешнего кольца Москвы, оттуда уже начать работать по Кремлю. Ну, то есть, хотя, в принципе, идея довольно-таки неплохая, надо будет подумать, раз разрешили. То есть, получается, что Белый дом принял решение в нашу сторону, но, естественно, это не единоличное принятие решения, это однозначно они консультировались с теми странами, которыми они обязаны были по контракту поставлять, допустим, те же ракеты, те же комплексы. Они договорились с этими странами и нам уступили, то есть уступили свое место в очереди, если можно так сказать. А это, значит, должна работать дипломатия. То есть здесь
обоюдное решение. Значит, во-первых, большое спасибо тем странам, которые уступили нам место, понимая наши проблемы. Тут даже без названия стран, главное, чтобы эти люди и руководители слышали нашу благодарность. То есть и работать дипломатом нашим как раз со следующими партнерами для такого же самого действия, уже попытаясь его смультиплицировать. А разрешение, допустим, работать вдоль линии боевого соприкосновения, то, что мы с вами говорили, когда разрешили сначала работать по Белгородской области, то есть с Харьковской области по прилегающей трансграничной территории, потом Сумской, забыли за Черниговскую. Вот мы несколько раз говорили по поводу Черниговской. Напротив Черниговской области, помните, Клинцы Климово, это Брянская область России, граничащая с Белоруссией, но это Черниговская область, не Сумская, то есть работать по этим, вернее, с Черниговской области работать надо, это Брянская область, потому надо было обязательно разрешение, расширение, я так понимаю, услышали или, по крайней мере, поняли то, что необходимость вдоль всей трансграничной, трансфронтальных областях мы должны этим вооружением работать. Ждем следующего шага, это очень важно. Следующий шаг – это запрос и разрешение на работу атакамсами по российской территории 300 километров. Нам надо доставать до аэродромов российских. Там несколько аэродромов как раз в этой полосе, в 300-километровой, находятся. И они, кстати, нас достают. Есть и аэродром – это тоже самое, та же самая картина. То есть атакамсами мы бы его уже давным-давно накрыли. Приходится работать беспилотниками, которые вот… Кстати, вот когда беспилотники шли на ЕСК, скорее всего, это была информация, передавали наши ребята с Мариуполя, что россияне пытаются там целую тучу беспилотников по ней отработать, ПВО пропустили, ну, то есть над Мариуполем прошли дальше на Азовское море, вот это общее направление в сторону ЕСКа. То есть вот это как раз группа, которая проходила, она заходила на Ейский аэродром. А туда можно было 5-7 ракет отправить, атакам с дальностью 300 километров. Р-39А1 кассетников. Они накрыли бы весь аэродром. И таких аэродромов до десятка в этой 300-километровой зоне есть. Это как минимум. Ну а дальше надо дальше работать. Надо ждать F-16, ракеты «Джазм» с дальностями под 900 километров. И тогда можно будет доставать в том числе и до стратегических аэродромов уровня, допустим, того же Энгельса под Саратовом, то есть это доставать до Волги. Нам обязательно надо эту дальность 500, 600, 700 километров контролировать, потому что основные виды авиации российской, основные, они как раз с этой дальности работают, 500-700 километров. Даже стратегический аэродром, вот этот Энгельс, вот он на 600-километровой дальности. Следующий — это уже Оленя, это уже больше 1500 кілометрів. Туди поки можна добратися тільки без пілотника. Пане Романе, ну, є підтвердження, до речі, про удари, які були на початку червня в Волгоградській області, Ахтюбінськ. Ми з вами про це говорили. Є підтвердження наступне, що там таки влучили, це кажуть самі кремлівські джерела і пабліки, що Су-57 таки був серйозно ушкоджений. Пригадую, Юсу казав, мінімум дві машини ушкоджені. Самі ж окупанти кажуть, що одна машина дуже серйозно пошкоджена. Вона або повністю не буде працювати, або потрібно мінімум півроку, аби її довести до якогось ладу, щоб вона почала знову літати. І також, раніше цього не було відомо, самі ж кремлі Київські джерела кажуть, що на Ахтюбінську було вражено також «Панцир С-1» і комплекс С-300. Это опять те же 600-700 километров, такой же аэродром, и опять же на Волге, как и Энгельс аэродром. То есть это чуть севернее Астрахани. Ахтюбинск – это там центр переподготовки, там же и были Су-57-е. Уничтожение тогда производилось с помощью беспилотников. Опять же, беспилотники, ну да, они могут нанести поражение, но только не уничтожение, если полностью говорить. То есть беспилотник, ну, максимум может нести, даже если самый крутой из наших, которые есть, вот «Ниндзи», допустим, или там «Цесны», они могут нести там одну авиационную 100-килограммовую авиабомбу. Опять же, точечное поражение только тех бортов, которые находятся рядом, максимум двух. А для того, чтобы накрыть
полностью накрытый аэродром, надо заходить с боезапасом кассетных боеприпасов, то есть суббоеприпасов, которые могли бы накрыть площадь, естественно, вывести из строя авиационную технику. Но, тем не менее, даже один поврежденный Су-57, даже если они его поставят на крыло, он реально летать не будет. Ни один летчик на такого рода повреждения, на такого рода самолет, ну, не сядет. Или будут садиться, поднимать воздух самыми последними. Инженерно-технический состав, командиры эскадрильи будут засовывать его в конец списка и только по большой нужде будут его в воздух поднимать. Почему? Потому что после таких повреждений, когда рядом взрывается боекомплект, а еще и начиненный взрывчатыми элементами, однозначно остаются не восстановленными некоторые узлы, агрегаты самолета, потому этот самолет, он уже обречен. Можно его уже списывать со счетов. Второй самолет, о котором говорил Юсов, вот он, может быть, был поврежден, допустим, на излете этими повреждающими элементами. Его попытаются, по крайней мере, то есть так поклевало, по крайней мере, но опять же, его по большому кругу запустят на восстановление. То есть будет практически весь самолет перебираться дальше, система восстановления и испытательных полетов, и опять же его поставят опять же в конец списка. Поэтому можно говорить, что два самолета Су-57 вычеркнуты из боевого дежурства, ну уж очень надолго. Пане Романе, і тепер по нашій авіації. Заявлено наступне, що удар відбувся при фронтовій зоні. Це є лівий берег, Васильівка. Я пригадую, в 23-му році в цьому напрямку також відбувались певні контрнаступальні дії Збройних сил України. 11 кілометрів орієнтовно від лінії бойового зіткнення. Заявлено, що Міг-29 провів два удари керованими авіабомбами. Ну, бачимо, це є саме міст, то і удари такі справді прицільні є. Чи справді це може працювати міг керованими авіабомбами? У нас несколько мігів переоборудовані під підйом воздух крила кабов, так називаємо. Їх можна називати кабами, тобто коректуємо авіабомби, плануючі авіабомби. GBU-39. Уже несколько фото в свободному доступі було, іменно Міг-29. 5 точек подвески использовано под крепление GBU-39, а это авиабомба, планирующая, которая, в принципе, может до 110 километров планировать, если ее поднять на высоту там, больше 10 километров, разогнать до околозвуковой скорости. То есть как раз, скорее всего, и, кстати, взрывы примерно 90 килограмм в боевой части, то есть это как раз боевая часть GBU-39. Потому не исключаю, что это была эта авиабомба, она действительно планирующая, она неуправляемая, немножко неправильно управляемая, это когда идет телеуправление, допустим, на прямом управлении летчиком. Это, кстати, вот как Х-59, Х-69 у россиян. У нас тоже есть такие ракеты, но это, скорее всего, планирующая авиабомба, которая идет по заданным GPS-координатам и выполняет боевую задачу. Круговое вероятное отклонение у нее несколько метров, то есть она 90 килограмм боевой части выполняет. Мы видим вот сейчас точное попадание такой авиабомбы. Может быть, хотя по взрыву этого не скажешь, это еще могла быть, допустим, тот же «Хаммер», то есть это тоже корректируемая авиабомба, планирующая, которая могла быть запущена только с Су-25. Пока у нас только Су-25 «Хаммерами» работают, но там боевая часть 250 килограмм, она раза в 2-2,5 больше взрыв, чем вот тот, который мы на данный момент видим. Ну, я просто для понимания процесса, у нас очень много сейчас есть уже авиационных планирующих авиабомб, тем более у нас еще есть джедамы. Джедамы – это обвесы для наших старых авиабомб. ФАБ-250, у нас много этих ФАБ-250, ФАБ-500. Вот джедамами, это крылышки, если так для понимания, крылышками обворачивают, то есть зацепляют авиабомбу, и она планирует. Потому у нас как минимум есть три сейчас механизма в планирующих авиабомб. Это GDAM, это GBU-39 и это «Хаммер» французский. Причем есть еще одна, ну, по крайней мере, в информационном потоке это было, и может быть это работает.
GLSDB, это та же GBU-39, то есть планирующая авиабомба, только которую в воздух поднимает не самолет, не МиГ-29, а разгонный блок М-26 из «Хаймерса». Он также саморазгоняет, поднимает воздух, разгоняет на 10 километров, разгоняет эту планирующую авиабомбу, она дальше раскрывает крылья и идет, в принципе, по такой же траектории, если была бы сброшена из самолета. Потому как минимум 4 механизма, 4 КАБа у нас уже, в принципе, есть. Но надо еще больше. Дело в том, что надо масштабировать эти удары. Сейчас есть информация о том, что украинские предприятия эти крылышки начинают делать сами. Ну, то есть, типа копипаст Джедама. И у нас будут корректируемые авиабомбы, как минимум ФАБ-250, которых достаточно, еще раз повторюсь, количестве, которые будут выполнять эти боевые задачи, а уже ФАБ-250 могут практически все самолеты, которые у нас есть, которые могут поднимать достаточное количество тонн в боевой части, как минимум 4 у нас самолета есть, которые могут работать с ФАБ-250. Пане Романе, це наша працює авіація, ну, звичайно ж, не мовчать літаки ворожі Росії. Заявлено наступне, в районі Липці, це харківський напрямок, пане Романе, начебто росіяни вперше застосували ракету ФАБ-3000 М-54. Чим вона відрізняється від попередніх ФАБів? Тим, що просто має бойову частину потужнішу? Ну, это да, это трехтонная авиабомба, которую, ну вот по поводу ФАБа, дело в том, что ФАБ-3000, их в достаточном количестве у россиян есть, старая советская авиабомба, есть и тройки, есть и девятки, и девятитонные, свободно падающие авиабомбы. Но дело в том, что зайти, чтобы сбросить свободно падающую авиабомбу, допустим, под Липцей, это сложновато. Скорее всего, это был КАП, то есть управляемая уже планирующая авиабомба, которую россияне сбросили показательно. Причем это уже подтверждено и нашим генштабом, и россиянами это подтверждается, что это именно трехтонная авиабомба. Такого рода авиабомбами россияне бомбили Мариуполь в свое время, но свободно падающими. Ну, то есть они выходили на Мариуполь, бомбардировщики, и сбрасывали под себя эти авиабомбы, и девятка тоже была там сброшена на Азовсталь. Вот сейчас они, скорее всего, уже запустили производство управляющих элементов, планирующих элементов управления и под трехтысячник. Дело в том, что, во-первых, она, естественно, не пропланирует там 70 километров, это нереально, просто тяжелая авиабомба, несколько десятков километров. Мы можем перехватывать даже сейчас, если будет даже одна пара пусковых установок «Патриот», мы можем эти Су-34, которые могут их сбрасывать, перехватывать эти бомбардировщики, и Су-24. То есть, по большому счету, подойдут F-16, подойдут Патриоты. Я думаю, мы как раз уйдем от этой проблемы для нас. То есть, самолеты не смогут выходить с этими авиабомбами в точку сброса. Они просто к ней не подойдут. Потому вот сейчас у россиян есть окно возможностей, пока F-16 к нам не зашли, это окно возможностей дает россиянам Белый дом пока, по крайней мере. Ну, это видно, что нам F-16 не передают для того, чтобы россияне могли дойти до границ Луганской и Донецкой области или как-то поджать в том числе и по Харькову. Ну, Харьков они двигаться, конечно, не будут, но вот задержка с передачей F-16 это попытка удержать украинские войска или оттянуть их, практически формируя линию боевого соприкосновения. Формируя линию фронта, практически оттаскивая нас от россиян, то есть давая возможность им продавить наши войска на Восточном фронте. Основная задача, которая у россиян есть, чувствуется вот эта 21-22 года договоренность между Белым домом и Москвой о том, что Крым и Донбасс передать россиянам в полном составе. То есть это значит, россияне должны выйти на границы Донецкой области. Ну, посмотрим, как у них это получится. Я думаю, уже ситуация выдавит F-16. И сейчас мы видим передачу тех же Патриотов и полностью установок, и есть пусковые установки, нам Нидерланды передают. По крайней мере, я думаю, хотя бы один блуждающий Патриот мы опять сформируем и начнем отстреливать российские Су-34 с этими КАБами.
Пане Романе, якщо, от, власне, говорити по тому, що і як в нас будується в Україні, загалом з початку року було заявлено орієнтовно 15 підприємств з різних країн готові розгорнути своє виробництво в Україні. Ну, але, напевно, передовий завод, підприємство, корпорація – це німецький Rheinmetall. І вони офіційно оголосили, що підписали найпотужнішу, найбільшу угоду з часу свого існування – на виготовлення боєприпасів 155-го калібру. Пане Романе, сума в мільярдах. 8,5 мільярдів доларів чи євро, не суть важливо. Але суть важливо, що це для Естонії, для Данії і для України. Ну, це, скоріше всього, все для України. Зараз об'ясню саму ситуацію. Це приблизно, ну, 8,5, грубо, до 2 мільйонів снарядів. То есть общее количество около 2 миллионов снарядов. И так как страны Балтии, страны Центральной Европы, ну и Германия в том числе, они нам постоянно передают свои боеприпасы, и им надо заместить. То есть это режим замещения так называемого. Есть НЗ, неприкосновенный запас боеприпасов, которые никогда нам не передадут. Почему? Потому что они, это все регламентировано определенными документами об обороноспособности государства, любого государства. Так вот, для того, чтобы это НЗ можно нам было передать, надо видеть поставку новых снарядов. И это очень важно именно в таком режиме работать. То есть деньги, которые выделяются на закупку, допустим, снарядов для Украины, они остаются в стране. То есть они запускают экономику, это налоги, это раскручивается маховик экономического благосостояния внутри самой страны. Почему? Вот инвестиции в себя, в свое производство, они всегда выгодны. Военные тем более, потому что там довольно-таки большие зазоры по добавленной стоимости. Естественно, база налогообложения расширяется для самой страны. А теперь сами снаряды. 2 миллиона снарядов, которые произведет Rheinmetall, они передадут Бундесверу, они передадут, ну, допустим, там Бельгии, Дании, Эстонии, передадут в сами страны. То есть они там и останутся. Но эти страны смогут нам передать те боеприпасы, которые у них уже сейчас будет выходить срок годности. То есть это такое замещение, обновление своего парка и складов боеприпасов. То есть можно рассчитывать на то, что практически все эти 2 миллиона, не именно тех, которые произведет Rheinmetall, а 2 миллиона таких же снарядов, ранее произведенных, будет у нас на поле боя выполнять боевую задачу. То есть здесь, конечно, здесь практически для всех участников этого движения такой серьезный профит, начиная от немецкого правительства и заканчивая нашими войсками. Пане Романе, і по збиттю ракет. Сьогодні вночі летіло 4 ракети, всі 4 наші оборонці ліквідували. Що цікаво, напередодні, не цієї ночі, нашим воїнам вдалося ліквідувати крилату ракету з кулемета. Чи справді це реально? Это очень сложно, но реально. Почему? Потому что ракета дозвуковая. Х-101, Х-555 – это дозвуковые ракеты, довольно такой серьезной звуковой сигнатурой, то есть их слышно, свист. Прицелиться, допустим, сопроводительной стрельбой практически нереально, а вот заградительной, в режиме заградительной стрельбы, то есть понимая, а ракета не маневрирует, то есть не маневровый объект, то по большому счету, если есть хороший боезапас и пулеметчик, который может определить траекторию движения, она не меняется. То есть заградительной стрельбой поставить щит из достаточного количества пуль, естественно, это возможно. То есть, в принципе, даже летчики также иногда используют не сопроводительную, а именно заградительную стрельбу, понимая, куда летит самолет или ракета, выпускают очередь. Естественно, там перерасход идет боеприпаса, но что такое патрон для пулемета и, допустим, ракета крылатая? То есть это возможно технически, это уже не один раз было. Ну вот очередной, так сказать, герой, реальный герой. Почему? Потому что доли секунды буквально нужны хорошему специалисту, то есть нужны для того, чтобы перехватить ракету, начать стрелять и повесить эту завесу, в которую ракета врезается. То есть завесу из достаточного количества боеприпасов.
Потому однозначно человек, во-первых, высокий профессионал. То есть это как раз то, о чем я всегда говорю, что в армию должны идти генетические профессиональные воины. Почему? Потому что как раз вот эти доли секунды это дает генетика, это дает скорость передачи импульсов по нервным окончаниям. А это только генетическая тема. Это вот то, допустим, чем ценны в этом смысле летчики-истребители, это как раз та же картина. Те же пулеметчики, вот, зенитчики, то есть это все как раз вот эта генетическая составляющая, которая должна быть обязательно у воина, который выполняет профессионально, выполняет задачу в контрактной армии, в кадровой армии. Нам нужна кадровая армия, нам надо не 300 тысяч любителей со всем к ним уважением, нам надо кадровая армия, к любителям, которые ждут демобилизации. Почему? Потому что это и не их жизненное кредо. А у воина генетического, у воина, у солдата, у офицера, который чувствует к себе, у себя тягу для выполнения боевых задач как работу, то есть это целый жизненный цикл, путь. Вот они должны быть в армии. Их надо найти, их надо мотивировать. И он всего лишь в генетике, это 1% от населения. То есть от 40-миллионной страны это всего лишь 400 тысяч человек. Но их надо найти, привлечь, мотивировать, поставить в строй. Они будут вот так, как этот воин, реальный воин, великий воин, даже так можно сказать. Почему? Потому что у него профессиональное качество есть это. Он успел перехватить с помощью пулеметной очереди, успел перехватить ракету, которая идет на околозвуковых скоростях. Это возможно, но только тогда, когда есть вот эти генетические задатки. И так вот, их надо ставить в очередь, а не любителей, у которых их просто нет. То есть той скорости реакции нет. И, допустим, если поставить рядом сотню любителей, 99 любителей и одного профессионала, так 99 любителей просто в воздух отстреляют боезапас. А этот специалист, он с первой очереди, он сразу завалит ракету. Вот почему даже здесь, с точки зрения, даже экономики, с точки зрения экономики, здесь тоже намного выгоднее государству и народу, и в том числе власти, как раз привлечь именно профессионалов, вот тех генетических воинов, о которых я говорю. Пусть это как-то пафосно звучит, я просто говорю это для понимания процесса. Пане Романе, ну і диктатор Росії після Північної Кореї відправився в В'єтнам і там поговорив з журналістами на прес-конференції, сказав наступне, що він заявив, що якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведення російських військ, то цього ніколи не станеться. І знову ж таки Путін згадав там базу для діалогу, крім ці Стамбульські угоди або Мінські, і також пригрозив Сеулу, Південній Кореї, на тлі там співпраці. Ну, а в свою чергу Сеул, Південна Корея заявили, ну, це повідомляють їхні агентства, що вони переглянуть своє постачання, можливо, зброї Україні. Тому що Північна Корея, Кім Чен Ін, підписали угоду з Путіним, і тепер Південна Корея каже, що, ну, раніше через посередників ми отримали від них зброю, але тепер корейці південні розглядають прямі поставки Україні озброєнь. Единственный человек, который носится как дурень со ступою с идеей мирных переговоров, это как раз Путин, потому что именно они ему сейчас очень важны. Замораживание боевых действий. Так как у Путина, он прекрасно понимает, по концу года у него серьезные проблемы с техникой, боеприпасами, с личным составом, кстати, в том числе, могут быть. Ему надо будет принимать какое-то решение, то есть о поднятии, допустим, финансового вознаграждения для того, чтобы увеличить поток рекрутов. Но это они могут сделать. Потому для Путина сейчас очень важно эти замораживания боевых действий, какие-то мирные переговоры, но только на его условиях. Почему он везде, где только не появляется, даже когда уединяется со своим чемоданчиком, тоже вспоминает о мирных переговорах с Киевом. Ну, вот примерно так это сейчас выглядит, уже даже немножко смешно. Где бы он ни появился, он рассказывает про мирные переговоры, причем подчеркивает, что они ему не нужны. Ну, то есть, если не нужны, зачем говоришь? Везде, то есть, рефреном идет именно мирняк для путинской армии. Попытки, по крайней мере.
Естественно, этого не будет. То есть пока не выйдет за границы 91 года, этого тоже не будет. Они сами выходить не будут, это надо четко понимать. Никакие мирные переговоры, никакие дипломатические, какого угодно действия, если это не прямая военное воздействие, не заставит ни одну армию уйти с той территории, которую она захватила. Потому, кроме как разгром российской армии, получается так, то есть по логике процесса, разгром российской армии, причем тотальный разгром, уничтожение всех до последнего российского солдата, который с оружием в руках будет на украинской территории, только это может привести к каким-то дальнейшим мирным действиям, не менее. То есть, но Путин, тем не менее, пытается это все просунуть, пропихнуть, рассказывая про какие-то площадки. Причем он не просто так о Стамбульской площадке говорит. Как раз его действия как раз по Стамбулу, тогда Эрдоган был задействован. Основная площадка готовилась хабадниками, это израильтянами Абрамовичем и Беннетом, потому что они тогда на Стамбульской площадке это все проталкивали, пропихивали. Путин почему сейчас постоянно за этот Стамбул везде вспоминает, и тут же активизировался Эрдоган. Я сейчас не удивлюсь, если сейчас опять дедушка Эрдоган начнет носиться по всему миру, естественно, с Белого дома начиная, предлагая продолжение стамбульского действия. То есть Стамбул-2, по крайней мере, будет пропихивать вместе с Путиным. Это не вот они рефреном сейчас начнут переговариваться, то есть проталкивать эту тему. И вот попомните мое слово, сейчас услышим про Эрдогана. То есть опять начнет петь песни Папы Римского по поводу белого флага, ну и так далее, и тому подобное. Ну, то есть эти моменты, за которыми надо четко следить, потому канцелярские крысы могут еще нам беды наделать вот так вот в паре, работая с тем же Путиным. Ну, а Южная Корея молодцы, то есть приняли правильное решение, за ними, скорее всего, пойдет и Япония. О прямой передаче еще не приняли, но, по крайней мере, я думаю, будут проговаривать. Раз это уже в информационный поток пошло, значит, решение будет приниматься. О прямой передаче военной техники и амуниции, и боеприпасов украинской армии. Действительно, от Южной Кореи получаем некоторое оборудование, но это не прямые поставки, это через третьи страны. И их несколько, это не совсем удобно. А именно прямые контакты с южнокорейцами сейчас есть такой момент, надо не упустить его, потому что такие окна возможностей, они быстро открываются, ну и быстро закрываются. Сейчас надо дипломатам нашим, киевским даже, ну сходите хоть раз в южнокорейское посольство, в японское посольство, вызовите послов, уважение окажите этим людям, а не чтобы они там по 10 часов толпились в очереди, ждали аудиенции. То есть создайте определенные условия дипломатические. Дипломаты знают, что это такое. Попейте чайку, называется, по крайней мере. Южная Корея серьезнее. Там Северная Корея рядом не стояла с тем, что может делать Южная Корея. Тем более мы же знаем... Кстати, основная база южнокорейской военной промышленности, она на тех же гигантах основана, на Hyundai и на том же Samsung. Это очень серьезные военные корпорации, которые производят это оружие. Надо напрямую получать. И не ОПА со всякими здесь китайскими товарами проталкивать, а Samsung и Hyundai проталкивать в Украине надо. Вытеснять надо китайские товары, китайскую экономику с нашего рынка, с европейского в том числе. Заменять японскими, заменять южнокорейскими, поверьте, не хуже, а еще, наверное, на голову лучше. Японские и южнокорейские электроника и все остальное, то есть экономика как таковая. Надо сотрудничать с этими людьми, сотрудничать с посольствами. Еще раз повторюсь, развернитесь, отвернитесь от этого китайского Huawei и развернитесь к послам Японии и Южной Кореи. Это я к дипломатам обращаюсь. Не слушайте вы канцелярских крыс. У них другие задачи. То есть они там не про Украину, они про себя
А в конце концов, начинайте про Украину думать и контактировать все-таки особенно с этим регионом, включая, кстати, и Тайвань. Тайвань – это хорошая альтернатива на данный момент, хорошая альтернатива оккупационному или авторитарному режиму Си Цзиньпиня в Китае, потому что Тайвань – это такой же Китай, только с демократическим устройством. Пане Романе, дякую вам за це звернення. Я нагадаю нашим глядачам, що в нас є збори, черговий збір для 12-ї бригади авіаційної армійської авіації. Ми вже збирали для хлопців цих на автівки. Трішки є проблеми з доставкою зараз, вони вже куплені, але на кордоні з Польщею, що не дивно, так? Є певні негаразди, але вони вже є, скоро ми вам продемонструємо. Зараз збираємо їм на санвузли, прекрасно розуміємо, що це також дуже необхідна річ. А так, це вона не бойова, вона не б'є по головах окупантів, але, повірте, вона дуже і дуже необхідна. QR-код, давайте, скільки зможе, зберемось з вами і закриємо цей збір. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, 21 червня сьогодні, п'ятниця. Обов'язково ставте лайки, коментуйте і діліться нашим щоденним воєнним зведенням.